Осколок есть? Да, режет. Благодарю, собрал. Шли на корабль. Ёбаный в рот. Хуй кто напомнит. Души сосать. Да ебаная вообще хуйня. Вот кто это придумал, блядь? Хоть бы автоматически как-то засасывались. Это вообще пиздец. Такой геморрой, блядь. А с боссов сколько дают? 50. Неплохо. Типа половина есть. Там, не знаю, 2 недели еще, наверное. Ну, я, типа, вперед кого-то не хочу собирать. Вон. Может, я даже с Джайной буду лутать, не знаю. В конце где-нибудь. На связи туда летаешь, Лингрид тут. Какой-то из разбойников тут останетесь на пулевоте. Ну и это. На Вилане или Бурибай там. Остальные все на тот корабль. Пожалуйста. Ты... Он тебе передал посох, что ли? Нет. А что? Куда ты сам? Я думал, ты квест сдавал. А ты, Бенселлер, что, квест потом сдашь после срока? Ну, чтоб... После сдам. Чтоб кровь лутануть, не забудьте. Да, я сдам после. А где Геншин бежит? Я говорю, смените его. Ебаните шкаф. Я покашу. Ходил. Сразу ранец сбери, запускаю. Так, Вадикон, злобный ровист, посоревнуемся. Ровист, какая ставка у вас? Ставка, хуй знает. 100 голды опять. Ну, чтобы соревноваться, надо интерес какой-то. Ну, давайте косарь, 2 косаря голды давайте. Ставите? То первый из сов будет по ДПСу на корабле. Это вист в пушку сел, я откажусь. Вадикон, злобный, согласны, нет? Да, погнали. Злобный. Бурибай сейчас на нашем корабле, как на ДПСе. На. 3 мага и улетаешь, 3 мага и улетаешь. О, кто-то умер. Неплохо, неплохо. На связи ты улетел уже туда? Ты уже там должен быть. Или еще лечу. Так лети быстрее, сейчас маг выйдет. Нам надо его бить. Пизда. По магу что, 5 человек играет? А где все? А так и на нашем корабле, блядь, бьют милики. Да какого хуя? Я же сказал, 3 человека там остаются, блядь. Вы что, ну, как вы слушаете, если блядь? Если летит кто-нибудь, тот Огонь!
Сразу улетайте, только а то сейчас меня убьют, мне кажется. Да, вот сейчас мага быстрее добиваем. Улетаем. Скинулись, нет, ты летишь? Да, я там уже. Ты говори хоть. Это непонятно. Маг приоритетная цель, вот этот, который пушки замораживает. Киньте зубы мне. Смотри, там все сейвы, давай уже. Ой, ебаная хуйня, нахуй. Почему у мага ХП больше, чем у сержанта? Так не должно быть. Сержант же воин, у него должно быть больше хп. Давай, не отвлекай там, блядь, мы сейчас... Мы тут играем так-то, блядь, на голду, нахуй. А будем все на ты... не хватило мне. Как ты хуярил, какая у тебя ротация? 30. Ну, помогал ЗО или гнев, а по остальным это... Ну, лунный огонь и звездопад. Гроза, когда там кучкует. Че, воин голду проебал, да? Не скрывай. Ну, я, получается, видишь, у меня, видишь, лунный огонь у ЗВ, он идет на второй строчке. Проебал, а падающий на третий. Хули проебал, и на 2% больше его. Не открывайте пока. Где-то вроде все тут. Ты, блин, на Мурадина 200к набил. Больше, чем я. Так, ну, этот, надо, чтобы дотка-то висела, ну, чтобы... На Мурадине? Не надо, ты чё, ты просто рейд, стоял, Мурадин хуярил, говорит. Хоть куда она должна, ну, у меня чем ну, больше доток этих висит. Я знаю, как работает, но Мурадин стаки получает от урона. Не-не-не, он не получает стаки от урона. Такой хитрец. Не, он не получает, чего ты взял? Не верьте этой хуйне. Он не получает, он получает стак, когда наносит урон, то есть, если он промахивается по танку, он... Не получится так. А если попадает, то он получает. Вроде так. Он когда получает урон. Не-не-не, вообще нет. Никак. Его можно полностью. Если мы уберем косарь с Мурадина у Вайда, то Вайд проиграл. Да хули проиграл. Никто не оговаривал эту хуйню. Ну, Мурадина можно бить, блять, сколько влезет. Главное не сорвать. Ну ладно, я просто не знал. Не, я всегда на него вешаю, ну вот это, чтобы звездопад быстрее откатывался. Получается, тут Лингрен, Бурибай по 10% жмут. И на связи... Ну, кому-то. И Синтек. Как на Майн Спекту, пусть забирают. Бурибаю, наверное, на Майн, да? Бурибай тебе же на Майн? Да, давай Бурибаю. Это распыл. Майн, пожалуйста. Бля, сейчас самый интересный Асурок, нахуй. А давай опять же на два косаря, ну, вдруг я тебе их верну сейчас, нахуй. Нет, я не верю в твою сову. В мою не веришь? В свою не верю. А, почему? Ну, сейчас, если спула не прокнет, то у меня весь этот старт наебнется, и я никуда не вырвусь. У тебя хоть зараз счет раз и должен, не знаю, на сурке-то.
Че, секира никому не надо? Я могу на трансмог забрать. Надо забирать. Так, тут немножко вы помните, да, как в прошлый раз было? Здесь, ну давай уже не будем на голду, блядь. Здесь надо трэш бить. И трэш надо еще напуливать. Роги в обязательном порядке. Моба себе выбирайте. Какой нравится, любого. Да там через АОЕшку, да и все. Ну, если она бьет, если яд вешается, если он идет на пул именно от вот этого яда, то хорошо. Ну, конечно, это же дамаг. Вот, просто, ну, если оно ешка, оно же режется на 90%. Да нет, доты не режутся. А, как мастер на ДК. Сейчас. Пришел тебе сумон. Так, рыба стоит. Ой, блядь. Тинтек нахуй. Мне в ДД? Сейчас надо подумать, 4 хила или сколько мы тогда били. Геншин, наверное, больше. Да, я в 4. 4. Давай, Геншина, наверное. Вы вчетвером хильте. Ну, это, Шектор, там все хилы стойте подальше. Совы прям, блядь, подалеко стоим, короче. Сейчас я, блядь, и у меня ГБ. Поебаните кто-то ГБ, у меня забагалась эта хуйня. Масло себе возьму. Надо кому-то что-то масло какое-нибудь. На милика или на ДД, на РДД. Поставьте кто-то банк. А вот он. Лестница. Так, ровист. Все готовы, запускаем. Первый я потащу, хорошо? Да, да. Где этот, блядь, мудак? Кому истерию кинуть? И когда? За 2 секунды до пыла по вару можешь кидать. Но не позже. А потом по откату. Скажи, когда 2 секунды. Блядь, а... А в ДБМе пишется, бой начинается. А где тут ренжа-то до него, блядь, чуть не могу понять. А ты рунжу до танка нахуй сделай, да и все. Ты что-то мне где-то аддон был, который писал. А вот. 30. Да вроде вот отсюда должен попадать. Так, что там? Проверка снаряжения. Семь секунд до боя, готовимся. Да, можешь давать 2 секунды. Да не, я с такими лагами хоть я передамажу их. Заберите с меня только. Поисочку можно, если есть. Бац. Она же убьет сейчас, она же убьет, блять, алло. Забирай. Чисто взял посох и просит поиску. Ну сюда поиску, где поиск? Тихо, Керу срез Виланию. Это ретрики, если играете, то это стан давай. По мобам.
по-любому могу стан. Блять, надо тайфун вкачивать нахуй с такой хуйней. Ну мова добейте, чё вы, блять, его кливаете? По мобам, ну быстрее надо, они выросшие, они убьют миликов, блять, и танкам пизды дадут. Пизда. Вот, блядь, что говори, что не говори, нахуй. Вы невменяемые, я говорю, все играют по трэшу. Вот как вам еще объяснять? Вы пануться хотите, пришли сюда, блядь. Злобный вой доресы. Ровист ПС аресы. Сука, вот говоришь, нахуй. В обычке померимся, блядь. Фу, бафы дайте. Ровист ПС, а. Я Виланию резнул, чё за хуйня? Так-то босс еще живой, блядь. Трэш все играют. Забирайте трэш, напуливайте. Ой, блядь, ну если... Блядь, делайте нахуй, ну... Будем падать на сурке, будет все по-другому сразу. Трэш надо убить за 10 секунд. Вот сейчас готовимся. Трэш 5 секунд. Все в него свичаются. Что-то баг какой-то, короче. Все свич по трэшу. Забираем трэш. Который в РДД, все РДД в того моба, который вот носовую идет. Вот в того надо свичиться. Стан ему какой-то. Есть что-то вообще, блядь? У дестриков там стан же есть, блядь. Все, вот это начинайте юзать. Сейчас только дал. Ну. Это баг какой-то. Он, короче, типа бил тебя, а кидал мне метку. Смотрите, по кому урон проходит. Бидон, ставь тотем. Не люблю гимноману. Рависта, не проебите. Все, босс захилился. Трэш бьем. Керуса цепухой, там через танка хиль, через Керуса. Да, блять, охуенно нахуй. Трэш, готовьтесь слить. Все в трэш. Уфловый трэш стоит, блядь, быстрее. Синтек ровист ресы. 30 секунд, Берса. Ну, я поздравляю, хули я могу сказать, нахуй. Вот тебе и ДПС, нахуй. Ребят, весь... мне что, баф тутать, что ли? Весь этот ДПС можно в очко засунуть. 30 секунд берса, блядь. 15 секунд берса, 15 лямов, вот и считай. Ну что, блядь? Пиздец. Это уроненная метка, это не битый трэш. Это лежавшие... Сколько БРов? 5 БРов, нахуй. Что?
Вот, Берса. Что, добьете босса? А, да. Нормальный ДПС у вас. Вот я говорил, вы думаете, я тут так просто сижу, клоун, да? Еще раз. Вот сейчас я посмотрю дамаг в трэш, нахуй. Не дай бог у кого-то просто будет, нахуй. Вот хурюк 600 тысяч. История 127. Пикдем 700, 800 почти. Кукмастер чилил, наверное, 200 тысяч. Только дотки обновил и хуярил босса, да? Бенстиллер хуярил. Призен 500. Геншин 300. Не знаю, это, наверное, твоя ракета набила только. Я разгоняюсь, смотрю, что долго. Фритон 128. Сейчас будем быстро нахуй разгоняться, я вам, блядь, гарантирую нахуй. На леди вайпали, сейчас будете на сурке вайпаться. Я говорю, поменяли босса, нет, ноль эмоций. Нахуй надо, да, бить? Кто будет бить, хурюк? Объяснять, почему мы упали, или нахуй надо? Или так же будете играть, продолжать? Попросил, бейте трэш. Вместо того, чтобы убить босса с первого трая, вы будете делать то, что вы хотите, нахуй. Эй, я нахуй. ДПС, нахуй. Не как у Бенстиллера, а в трэш 13 тысяч. Что ты скажешь, нахуй? Почему так ты играешь? Ты на нас хуй положил? У меня огненный шар 2 секунды кастуется. Я пока его докастую, он умрет. Да, блядь, уже. Мне вообще похуй. Ну, а огненный столб? По проку. Поехал на столб. Какой столб? По проку даешь пиробласт туда. Ты же фаер, правильно? Да. Он, видимо... Подожди, ты в 2Т10 сейчас был? Да. Ай, блядь. Мне похуй, как с корчом бей. Да похую вообще, блядь. Приморозку давай, по-моему, что-то делай. Ну так не играется, нахуй. Если мы сейчас так же сыграем, мы просто 5 БРов сдадим. И так же упадем на боссе, нахуй. Метку проебали раз, босс захилился. И челики лежали, дамага не хватило, потому что они, сука, лежали, блядь. И поэтому мы упали, блядь, как дауны на этом боссе, нахуй. Ну бьют, тут трэш, бьют, блядь, это раньше его, блядь, он не вырастал, нахуй. Ну поменяли его, ну. Еще раз объяснить. Все бьют трэш, без исключений, блядь. Сейчас зальем нормально все. Я понимаю кота, блядь, я понимаю рогов, нахуй. Вот у Седжу 500 тысяч. Он обе дамажит. У меня 800 тысяч, нахуй. Что у меня? 500 тысяч по трэшу. Ну это заебись. Я тебе ничего не говорю, я говорю, что вот заебись. Люди делают, что просят. Остальные 3-4-5 человек хуй положило, из-за этого мы сейчас упали. Вот из-за вас конкретно, кто не бил трэш. Вот рыба. Мериться будем в обычке, блядь. Все. Хотите помериться? Вон, Накс, пойдем на лоскутика 25-ку. Там померим ДПС. Сюда. 5 БРов КД, имейте в виду, нахуй. Мобов примораживать, станить, таунтить, грипать, блять, которые идут на сов. Ну, не должен никто падать. И зергать мобов. Зергнули мобов, это 10, сука, секунд. И все, и хуярите дальше босс. Проверка. ДПС в другом месте посмотрим. Блять, что-то места нет, нихуя. Что-то не вижу, там готовность кто-то не принимает. Геншин. Просто чуму на этом всепожирающую кинь, да прокастуй пытку пару раз моба, да и все. У меня Геншина нету. Ёбана в рот, блядь. Ёбаный шашлык. Бейте. Я курить. Сука, бейте нахуй, никто не отпускал никого. Чё, ебанулись? Геру давайте. Геншин подойдет, будет бить. Курить нахуй. Бьем. Он не в сети. Значит, без него бьем. Тем быстрее трэш будем бить. Все в трэш. Убираем моба и хуярим. Вот это я понимаю, молодцы. И в CV, каждый трэш так. Все, и босс упадет. Метку главное еще не проебить, и хилы.
4, 3, 2, 1. Трэш, свечаемся. Угу. Он пойдет. Трэш, готовимся. Звичнуть, прям все в него дать. Помогли, ну помогли, заберите. Чтоб до нас не дошел он. Трэш, готовимся, скоро будет. Свечимся у него на все бабки. Трэш, все свечимся. Быстрее, быстрее, быстрее. Блять, вот в натуре 10 секунд не проходит. 5 секунд он бьется. Так, меточка на бидоне, частица на него, его нельзя проебать, это хил. Висит уже, надеюсь. То и... Трэш, скоро готовимся. 4, 3, 2, 1. Трэш, 5 секунд, готовимся. Звездопады специально оставляем. Угу. Трэш, 2 секунды, готовимся. Бетона не проебите. Бидон ставь тотем, не люблю гимноману. Трэш, все свечи. Так, готовимся. Забери, забери. О. Так, незыбка пошла. Сейчас через 2 секунды дашь массакру. И шектор потом через 6 секунд продолжишь. Давай массакру. Давай, давай. Или КД? И давала уже. На трэш. Шектор, давай сакру. Люблю там завершительные, сделаешь гимн на ХП. Сейчас они просядут. Дай на ХП, я не люблю. Метки есть, чтобы не просили.
Одна секунда до берсы, блядь. Ну, секунда в секунду убили, но. Ну, убили же. Ну, ДПС 333, а чё удивляться? Да, убили. Ну, трэш надо бить. Если трэш не бить, залупа. На прошлой неделе было лучше, да? Ну, считаю, Геншина сколько? Хватит. Сколько Геншина там? 18, может, давал. Вот, считай, 350 и есть наш ДПС. Так. Здесь герои, какой бы жестокой ни была битва, никогда не отрекайтесь от нее. Радикон. А эта штука только для ДДшеров, да? Радикон тебе не надо? Воля? Не-не-не, вот это вот непонятное печенье. Почему? Этот знак капает Т4-2 в Т4-3. Тебе надо Вадикон, просто приор. Вадикон, ты где? Вот тебе надо, нет? Ты первый попрошу. Вадикон. Пиздец, он Вадикон, ушел. Вадикон, брат. Ну, он нажимал что-то? Он отошел, наверное. Вадикон, ты тут? Угу. Все, пока другое разроль. Да, спасибо. Это вдруг кровист заберет. Так, следующих историй. Он сейчас волю заролил. Так сказал кому-то бы это было бы дорогие идеи. Где он сначала придет? Не, конечно, пускай придет. Ну, Маша отошел, потому что ей не нужна она ему. Ты, кстати, вроде за Т10 знак написал там 500 кп или что-то типа того. Ну да. Да. Не, мне это-то не надо, мне их дохуя. Здесь кому знак Т10? Там он никому не надо, выкинь его просто. Продай. Куплю. Будет пятым хилить. Генши... Место Геншина, если не зайдет. Ну, сотку жмут Керус, Синтек. Синтек накурился, наверное. Синтек, ты куранул что-то, не жми такие цифры. 10. Синдром друида, блядь. Да он... Опять пьяный. Да дайте Кирусу, у него майну. Отдай, раз никому не нужно, отдай ты эту волю. Так, что-то писал там, нет? Геншин. Ну что, серьезно, такая штука воля. Это история. Что там у нас, кто на замене есть? Крюк разве Фрост? Ршан есть. Ой, блять, Крюк Кукмастер. Ну да, и даже не Блад. А ну хулик. Ну ладно. Ну, как-то неправильно мне. Чё говоришь, Хурюк? Да это как-то неправильно. Давайте бунт. Чё вы? Не, вообще я тоже согласен, что Ферал-то лучше будет. Ну, там просто Ферал с пламенем, блядь, который уже давным-давно неиграбельно. Оно там 2% урона. Ну, как раз пламя заменит. Но. Ну да. А типа, а для Анфоли ДК это... Кукмастеру будет... 150 фералу, не? 150 бесполезного стата, который просто... Так нужно сразу же котам идти. И там всяким комбатам. Да, но по факту, кроме коту, все вообще useless. Типа да. Ну, еще ханту нормально. Ханда тоже пойдет. Ну, ханту. Ну, хантов у нас нет сегодня. Да, она на коте сидит вообще великолепно. Это топ-3 для него. Ну, не топ-топ, но она вообще пиздатейшая очень. Наверное, по сравнению с пламенем мапнет куда больше. Говорю, как бывший кот, а теперь моим стало. Не, ну котов надо всячески поддерживать.
Конечно, нихуя. Типа, блядь, просто 150 бесполезного стата. Вот это рингуган за баджи купишь, блядь, она будет профитнее, чем вот это. Блядь, где это выпало? Сюда иди, где сова прыгает. Этого кошелька пламя. Это вообще пиздец. Я ему сильно сожалею. Ну, еще это Водина будет. Еще. Тут Водина. Да ебаный рот, я охуею так. Еще же души надо забирать, прикинь. Я не вижу, где там нахуй так залупаешь. Ну дай мне успел задание, я тебе отдам ее. Там толстый только лежит и все. Че, забрать можешь? Тут голдал. Че, Геншин все, вылетел. Ну, здесь не отвечает. Может, свет рубанул, да и все. Да, вполне вероятно. Да и все, так и есть. Сон, давайте. А Водина где, говорит? Вот тут вот, куча этих мелких. А, нашел. Ну пойдем сегодня Синдро Улича добивать. Тут есть состав, который был? Десятку. Могу за ШП. Вадикон, ты тут? Тут. Ты токен забираешь? 500 ГП который? Ну, ты три? Ну, ты первый по приору, да. Конечно. Где ты стоишь? Не вижу. Так, чё мы убили 4 босса, да? Нужен хил. Нужен хил. Там влажный кека пишет. Стилер Салева. Че это вы их на меня напулили, что ли? Могу понять. Или на меня все пошли. А ты что ли собираешь? А они не собираются, да, когда один собрал? Да, только да, один я. Может брать. Ну не люблю тогда в ДЦ. Thank you.
там, спасибо, конечно. Держите на связи, я буквально 5 секунд кое-что куплю. Давай. О, меня тогда тоже присумуните. Я сейчас за камушком слетаю. Там Фирал пишет, волю отдал ДК. Да? Так воля у кого сейчас? У кота. У кота. ГЦМ. Все, сейчас будет вот Керс выдавать 100 миллионов тысяч ДПС. Лапы вот так проводить свои кошачьи по губам. Ваншоты. Дайте субботу. И там кто-то квест платит из них. Стентеку лишь бы кто-нибудь что-нибудь водил по губам. Да, блядь. Стентек просто... такой. Да, в пизду у вас, блядь. 12 лет пошло. Ага. Как называется фиолетовый камень? Фиолетовый камень. Спасибо. Страхолит. Ну какой, БКш? Да, все, страхолит. Камень ночи. Вичелит, ёбни. А куда вы делись все? Давай. Тыкайте. Какие камни? Может, кто чё? Камень из ПД-2 скрафтит? Потом могу. Скрафтит. Какой потом? Сейчас надо? Я могу. Рыба стоит. Все, все, у меня уже вот такая обмен. Блядь, 5 единых шаров забыл. Ну все, короче. Синтек, синтек. А потом, потом. Три споры под босса. Звездея в кружке, по споре. На связь, да, танчит? Угу. Все готовы, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Блять, вы чё, издеваетесь, что ли, блять, уже нахуй? Сколько можно-то? Кирус, резай. Ты, ну, ты ударил или как так? Да я к нему даже не подошел еще, блять, нахуй, чтобы ударить. Фу, баб, давайте по вару. Если есть ПС, бенстрелим. Ну, надо поднять, разобраться, кто в этом виноват. Танки, наверное, хуёвые. Вообще кто-то до отчета пульнул. Ну, пуляет, первый бьет босса, только танк. Никто не должен трогать босса. Раньше ударил. Босс видели, он налево пошел сразу. Ну, вот, значит, тот пидор, кто тыкает раньше на босса, чем нужно, он виноват. Коммунистический пидорас, хуйсос и так далее. Не так что? Не, ну это уж излишне, блять, его. Синтек не коммунист. То есть второй это... Я либерал. А что, в звезду ты отнесешь? Либерал. Ну. Первый удар сделал Курюк. Нет. Я уже после пола начал бить. Вся мелизона зеленая нахуй. Ну не Гринпис, в смысле, а колбу словили пельменю нахуй. Вон 8-7 секунд, смотри, блядь. Убительный газ. А я спору не словил первого, блядь. Сдохну, наверное. Споры разносим. Звезду, кружок. Кружке не вижу, есть, нет? Нету. Какого хуя, вы сдохнуть хотите, да? На связи хильте сильнее. Готовься на едкую гниль. Давать незыбку. И шектор массакру. Давай незыбку и давай массакру. У нас будет каст. Восемь стаков на мне. Будешь забирать? Ложимся. Ложимся. Спиной к боссу встаем. Забегаемся в одну точку. Заблевываемся, падаем. Давайте массресом станем. Давайте.
для, не знаю, для нормальных людей обычно говорят: Вася, беги, пожалуйста, в кружок. Петя, а ты, пожалуйста, в звездочку. А ты, Валера, останься под боссом. Самое главное, чтобы споры, которые три штуки появились, они находились в трех точках. Одна под боссом, одна в кружке, одна в звезде. В нее должны сбежаться все без исключения. То, что сейчас люди сдохли, это значит, на них был либо один станк, либо ноль, либо два, не знаю. Либо они какое-то говно еще словили во время едкой гнили. На всем рейде должно быть по три стака этих спор. Иначе едкая гниль убивает. Маги, дайте стол, пожалуйста. Кому это непонятно? Ставлю рыбу. Так а что тут он спулил-то по итогу? Чекать можно? Да хуй знает. Да пускай, пускай, ну, типа, я не знаю, как чекнуть. Есть какой-то аддон у кого-то там, кто-то говорил, да, кто первый атакует? У меня написано Хурюк, первый удар. Я после пыла бил. Так Хурюк я спулил, получается? Ну, после пыла сдох, блядь, Биг Дэм, самый первый, 0-0. Поэтому пыла, смотрите, блядь, вот первый... висельчаки, нахуй. Вот как вы здесь у рыбы вот сидите, вот тут и сидите, нахуй. К боссу подходит только танк, нахуй. И тогда будет видно, кто спулил, чего спулил, нахуй. Вот сейчас никто к боссу не подходит. Пускайте шкаф, поставьте там. Вы заебали улетать, нахуй. Бассилер, ты опять этот баф ебаный берешь? Заебало? Какой нахуй? Баф, я просто вышел с тела, я забыл про насред. Но бывает человеческий фактор. Я думал, ты баф пошел. Я уже добежал. Стойте тут. Уже по этот баф. Фул баф по нему даем. Прибафните, мага. Не делайте хуйню, блять. И по тактике играйте. Вы что тут первый раз, блять? Фул баф быстрее помогу. Все готовы были. Отсчет для танка только. Все бьют только когда уже босс ударит танка. Значит. Приста бафа нету. Ну так дайте. Не люблю ИПСа. Пристабафа нету. Хули мы без пристабафа? Мы же сдохнем так. На мне нету до сих пор пристабафа. Далеко стоишь, наверное? ПСа не люблю. Да он не люблю. Возле шкафа стоит. Сука, ты тут? Не люблю. Не показывается на мне тоже. Да, не показывается. Ну ладно, похуй. Может быть он есть, но его нет. Похуй. Ну ёбана в рот. Чё, зачем опять? Веди босса в центр и танчи. Незачем. Да дауны, блядь, какие-то нахуй. Хотите в рейде говна сидеть, сидите, блядь, в этом рейде нахуй. Все равно, блядь, рано или поздно я узнаю, кто это долбоёб делает это нахуй. Любящий, ты отойди правее, пожалуйста. Споры все ловим. В этот, в черепок, если что, пельмень летит. Вот, отбежали. Вот, влажный хуй нарыло, да? Не надо отбегать. Как цепуха кастуется? 7 секунд нормально тебе, блядь? Пиздец. На пол смотрите, там зеленое говно прилетает, блядь. Его нельзя ловить. Кругляшок зеленый, блядь. Ой, здорово. Ой, сори. Споры. Сбежали, ловим дебаф. Споры исчезли, разбежались. Блять, у кого-то какая-то хуйня, вот отвечаю, или курица кто-то инженерскую, или какую-то залупу кто-то вызывает нахуй и пулит нахуй. Кстати, может быть. Да, так не вызывайте никакую залупу эту нахуй, это сейчас нахуй не надо здесь. Меня заебали эти уже пулы нахуй. Споры быстрее, одна в мелизоне, одна в кружке, блять. Сейчас исчезнут, разбежимся. Исчезнут, разбежались. Готовимся, скоро едкая гниль, фул прожим. Влажный, тебе вообще похую, да? Братан, блять. Сейчас надо танка хилить волной. Как у тебя волна хилится? Все прожались.
Захиливаем. Смотрим, сейчас кто обливать будет. Ну, на всякий случай собираем споры заново. Не знаю. Ну, блядь, захильте их. Вся мелизона. 10 человек спор лутают пельмень, нахуй. Вы слепые совсем там стоите, нахуй? Бигдем не словил, блядь. Споры ловим, собираем заново. Может, это как гниль еще будет. С таким ловлением пельмени. Синтек, Шектор, нахуй, с пельменями, блядь. Ну сейчас сдохнут джибилики, нахуй. Ну вы хильте, ебаный в рот. Пиздец, просто пиздец. Мастер, Седжи, Керус, История. Споры. Везде? Спор не было еще, а вот спора появилась. Одну мелизону. Под босса вон летит. Керус, История, Вилания. Внутри это не 10 человек, конечно. Разбегаемся. Сейчас блевотина будет. Блевотный газ. Скорее всего, успеем доедать кальнили, так что... Шаманы, оба ставьте там тотемы на ману. Подрезайте немножко маны хилам. Не люблю блюет. Три хила блюют, подхильте их. Били. Били, да. Так. Вот эта шея ебучая уже, когда, наверное, третья, да, падает? Да, она заебала, она бесполезная. Частенько. Чё, штаны так и не упали? Да хуй знает, что там за штаны. Нет, не упали. Там кольцо должно было быть. А оно не падает. Существует этих штанов. Нет, я их видел. А хули шаманы играть будете, если они пельмени ловят? Не знаю, бидон вроде не ловил, но вот влажный ловил, два штуки видел. Хули они, как они там наиграют, нахуй, если они ловят это говно, нахуй. Каст, нахуй, цепухи 7 секунд под пельменем, нахуй. Вот и постой, дай ХПС, нахуй, с такой хуйней. Шаманы, блядь. Так, это говно не надо никому, что ли? Так, надо спал. Ой, блядь. Дудун, ты взял это квест? Вот, сейчас возьму. Как это ну, сейчас? Ну, в смысле, кровь. Ну, у меня есть квест. Я не понял, что он. Ёбаный мудак, нахуй, я не высосал эту хуйню. Дайте, пожалуйста, дай бутера, пожалуйста. Осколок лежит. Сейчас. Короче, так, на РНЖ могут стоять у нас что? 4 совы. Песа, притон, некромантика и одно тело еще надо. Так, а это будет какой-то маг. Какой из магов лучше увереннее себя чувствует на этом, на РНЖ? С выживаемостью, с охуенной, с ПВПшным опытом. Ну, есть у Эйи Фрост, у ПВЕшной, у меня ПВПшный Фрост только. Да именно спек не надо, я не знаю там, что по ДПСу будет. Надо именно, чтобы вы это, ну, с опытом, чтобы шарили, как там стоять. Ну, просто рейндж держать, сводить, мелких. Это кто? Бен Стиллер, это не знаю. Так, Бен Стиллер. Ты как самый скилловый пойдешь, значит, сюда, в рейндж. Эти на подстраховке будут. Это язык мой враг. Так, сейчас Лингрен. Сейчас свяжу первым. Лингрен, ты будешь на слизнях, знаешь, как я водил. На связи будет на боссе. Так, ну, этот самый, значит, ханта нету, значит, частицу дашь на этого, на Бенстиллера, он самый уязвимый. Так, значит, Бенстиллер, твоя позиция звезда, ты стоишь с Вадиконом.
запоминайте свои метки. Песа с некромантикой треугольник. Притон с ровистом ромбик. И остается кто у нас? И остается... Подожди, блядь, я запутался. Так. ПСС некроматика треугольник, притон с ревистом ромбик. А кто еще-то, ебаный, блядь? А, я нахуй, я ж сова. Злобный, мы с тобой в кружке, блядь. Забыл, блядь. Тактика для всех остальных. Значит, вы стоите под боссом. Вот конкретно в очке босса. Если босс блюет, вы должны в очке стоять, чтобы он не заблевал вас. Тактика для на связи и для всех остальных тоже. Вот есть квадрат, есть крест. Крест — это где центр комнаты, где стоит босс. Когда слизень кастует взрыв, вы сбегаетесь в крест. Как только слизень докастовал взрыв, то слизь из него вылетает, и она в какое-то время летит. За это время, пока она летит, вот вылетела, каст закончился, вы перебегаете в квадрат вместе с боссом. И босс, если блюет, также встаете ему за спину. Если босс блюет прямо на рейд, то есть, ну, начал блевать, и вы перебежали в квадрат, то даете незыбку и гимны на хп. Для рейнджей слизней не сводите до особой команды. Ну, их не надо сводить. Они бьют меньше, чем дотка. Дотку диспелим. Шаманов по пати не буду кидать. Будьте как будьте там для реса маны. Просто диспелите. Просто бидон диспелишь, и все. Так. На рендже получается 8 человек. И 9-й это Лингрен. Вот. Так, рыбу я давал. Проверка. Забагалась хуйня какая-то, блять. Мастер готов? Все готовы. На пул, но на связи. Даю отчет. Пиздец, да, вы заебёшь. Я в ахуе, нахуй. Чё это за залупа? Блять, пиздец, нахуй. Синтек ресы. Эй, братан, ты под боссом стоишь. Вот как тебе слышно? Прием, блять. Ты страхуешь, выходишь, когда кто-то из нас умрет. Лужа, двигаемся. Один чуть впереди, один чуть сзади. Сразу диспелим. Так. Сдвиньтесь чуть-чуть, блядь. Захиливайте. Так, сдвигаемся. Ну, чуть вперед пробеги. Не стой рядом со мной. Кто это? Лок или кто это, блядь? А то вместо трех будем блевать четвером, блядь. Вот газ. Это кончить правее. Так, сдвигаемся. Так, Керус Индерпа не люблю. Злобный по бидону. Бидон ставь тотем, не люблю гимноману. Че там, блять, у босса хп дохуя. Захилим. Че там, слизень в центре? Захилим. Так, перебегаем.
Войда подхильте. По слизням Лингрен скоро, да? 4 стака. Я скажу. Главное, подальше его постарайся. То есть вон в большом центре. Дальше беги, беги, беги. О, ты забагался, да? Да. Это хорошо. Выйду под хильте губительный газ. Влажный ставь тотем, ПС и гимн на ману. Инера все... У кого инер... Ёбаный в рот, два мага быстрее на рейндж. Равист ресой ПС, злобный ресой притона. Быстро, быстро. Не люблю гимн на хп. Быстрее захилить, синтек блюет. А какого хуя он блюет? Ты на рейндж вышел? Зачем? Резнули, в баф по ним каску, а приступав. Ну, блядь, никто не выбегал. Маги там на блинках нахуй выбегают, я же их просил. Вот, захиливаем их. Ну, глыбу прожми, блядь, сдохнешь так. Так. Играем пока. Да ёбаный в рот, нахуй. Ебаные лаги, ебал эту хуйню ебаную. А, эти хуярим немножко осталось. 5 лямов. Захильте, захильте. Внимание, сейчас будет взрыв, скажу. Готовимся. Отходим, отходим. Перебегайте. Гимны на хп, все, давайте. И на рейндж выходите. Два тела опять сдохло. ПС с притоном. Что, ни тучек, нихуя нету. На рейндж встаньте, ого, чтобы не заблевались. Че, два ляма добиваем, на рейндже стоим. Хилки кастуем. Как же я пизда. Ух, плащик хороший, ну. Да, плащ пиздатый. А он уже заебал падать, нахуй. Да? Ну да, отдайте мне тогда его. Каждому рейд. А можно мне? Вот видишь, сколько мне надо? Если никому не нужен. Не, как бы, нужен новый спектр. Танхолик, он уже мастер. Ну пусть забирает тогда. Без проблем. Член старой луны. Ой, шлем, сори. Хотел развеселить просто народ. Так. Так, я, блядь, шучу, так сразу извращенец. Как воет, блядь, ад. Народ. Ты же знаешь, блядь. Ты старый извращенец, ты молодой извращенец. Тебя еще можно исправить. Пойдет еще. Да меня уже, блядь, не исправишь. Горбатого могила исправит. Так. Только не говорите, что на ДК критхаст не идет. Нет. Не идет. Чего? Идет, идет. А. Это беспачно на ДК. Все, я дал мастеру. Так. Ну не везет, ну. Не знаю. Ребят, не так... Побейте в одного танка, одну минуту био. Я спекнусь. А да, пожалуйста, лучше. Осколок лежит. Сейчас. Блять, осколок. Я не спекнусь. Спекнись здесь кто-то, нахуй, я души забыл. А это воет души, души в натуре. Пизда, блять. Да. Каждый раз забываю, нахуй. Такая дичь. Все, я понял. Все, у нас минус один. В будущем. Мысли. На бумажку запиши, к монитору прилепи. Я его запишу, я тебя запишу, да. В следующий раз я тебе скажу. Вы там бейте потихоньку, ну время, деньги, блядь. Сейчас мы придем. Да, мы тут вообще все почти на связи. А я вижу, рейд фуловый стоит.
уже ласта добиваем, блядь. Просто хилит хорошо. Не, я понял, блядь. Хилит хорошо, ты видел, ебать, там струит. Сука, души ебаные. Пес, а ты не забирал с него? А то, может, зря бегу. Блять, пока лут втыкал. Голос вроде кажет, может, нет? Я не знаю. Хуй знает. Нет, на ВХ только один человек может пососать душу. И все. Это на шею могут все. Там потому что баф вешается, он опустошен. В данном сосуде более не осталось энергии. Вот печи. На туре. Опустошен. А никто не спекался, да? Сейчас, на всякий случай. Да, у нас вот хукмастер танчит. Так он не танк. Неважно. Дал, блядь, дал сразу стан советнику. Вот, зато вот видишь, вот на трэше, вот у него все получается. Души, 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 души. Ой. Какой нахуй бумажный вертолет? Ну какой веселый камень, нахуй. Вы что, блядь? Веселые, блядь. Это не мои. Синтек, нахуй. Ну чьи, блядь? Что, блядь, так клянусь, мое. Я не знаю. Закинули? Бенстиля. Хуйню закидывать, ну, всякую. Давай кого-то. Тарь, блядь. А есть у кого 5 этих ледяных шаров? Прямо сейчас. Да, лови. Чисто смешно. Есть трейдки, да? Блять, мяч из толстой кожи. Так, пойдем в правую пачку. А тебе... Вот сейчас за медведем вот сюда. Сейчас как ограничу камень, если дойду. Ограничишь? Я понял, блядь. Ограничит, блядь. Отбегите к стене, к стене, к стене, все к стене. Потому что командир чаржница, он откинет вас в тот трэш. Этого нельзя допускать. Дал стан командиру. Бля, я понял. Шмот тоже хуйня. Ну вот. Правильно будь, я помер. Давайте там я это помню. Станы, там какие-нибудь историю там. Повер даю. Я понял, блядь. Я понял, блядь. Я понял, нахуй. Пизда, на связи не уроните только. Дайте 40 вот это, от листов. По шектору залейте инора, вот 0 инеров, КД вижу, и 5 друидов. Я сдох, если чё, не могу. О, 3 инера, хорош. Надо еще подхиливать, там на нем дотка висит. Я вон, но... подошел. 30 секунд висит. Лесните так, невзначай. Хуйня с ним вышла. Спекайся. Синтек, блядь. Мастер по проебыванию БР, блядь. В смысле, это ты сдох как бич, а не я? Да не бич, блядь. У меня... Там вы бичи, у меня блядь. На леди я сдох. Вот меня... А, ты там как бич. Ты там, вот, вот там ты как бич сдох. Неправда. Меня лок кастанул. Что я мог сделать? Ой, понял, блядь. Ну что это за бумажный вертолет? Что у меня, блядь? Сука, уже 10 штук. Кидайте, кидайте меня, пускай когда. Сука, я сейчас вашим... Вашим петом накидаю, блядь. Держи мяч, блядь. На, нахуй, кто там еще? Норвист, на еще. А у кого эти фонари-то делаются, которые можно светить? Эй, друг, баны, держи аптечку. Покос, блядь. На, синтек, а, нахуй. На еще, эй, блядь. Держи аптечку. На. Эти самолетики вроде можно купить тебе... на ярмарке на улице. Да вы заебали, ёбаный. Да, они в Долоране покупаются. Не кидайте мне это говно, блядь. Вон там уже, брат. Вон там уже забагалось, аддон какой-то забагался. Они в Долоране покупаются. Ну вот синтек шарит, значит, камень. Он накидает. Кинуть камень дружественный выпущен. Он, блядь, веселый камень, я не вижу проблем. Веселый синтек, нахуй, я понял. Это, блядь, да не мое, я тебе клянусь, нахуй. Конечно, блядь. Мне подложили, а я тебе вернул. Да я тебе, главное, нахуярил с 3 короба, и ты их мне обратно все захуярил, нахуй. А что ты мне их дал? Че я буду с ним делать? Кидать вон в другого кого-нибудь там, в Седжу, я не знаю. Веселый камень, я, блядь, ну, реагирую, что ты. Блять, их надо быстро вернуть, он, это их, блять, сюда прикол.
кидай в какого-нибудь дурака. Да хули ты в меня кидаешь-то, блядь? Ну ты ж сам сказал, в какого-нибудь дурака. Ты ебаный в рот. Ебать. Сука, а топы времени нету, нахуй. Спасибо. Поэтому я сижу и пищу. Это, а кто на ком будет из вас? Как обычно. Лингрен на двух. У меня как обычно. Пару веселых камней и бумажные. А Песа где? Песа, ты где? Тут иду. Душ собрал? Ой, ебаный в рот, не собирал нихуя. А где они? А вот они. Пиздец. Блять, так можно сразу следить. У кого есть слоты, у кого нет. В детстве самолетики не наигрались. Короче, у рависта нету слотов, пацаны. Вот ему кидать нет смысла. А, нахуй, блин. Так. А, бля, после этого. Кинетику, короче. Так, метки убрать. В центре я. Слева равист. Справа злобный. Подбиваем кинетику. Сука, я кидаю один, прилетает два. Я кинул три, прилетело шесть. Потому что видели, кто кидал. О, бумажный дирижабль, нихуя. Артандер какой-то. Так, все готовы? Все готовы, пишет. Даю отчет. Тактику не забыли, да? А, бля. Мы же не запустили. Ну, он сейчас, да, он, сейчас они попиздят. Чё, давайте ещё что? Да поехали. Да, нахуя уже всё проебали. Да похуй. Для протокола. Не забывайте там, это, кинетики уронять нельзя. На пол, ребят. Ну, Вилани, ну бабл нажми и сдохнешь же, блядь. Похую, да? Сказал же, на пул, блядь. Керу, срезай меча этого. Ну не бейте с пула, блядь. Там танк паладин, ему надо двух мобов набрать агро. Масса агро дам. А Керус как сдох-то, нахуй? Темница тьмы, стаков 14, нахуй. Как дела, Керус, братан? Хуёво, да? Вот дикон резай Керуса. Вы пиздец, ну, мы так в берсу упрёмся, вот с этой залупой. Керус, блядь, двигаться не надо, чтобы стаки не набирались. Стой на месте и все просто. Спасибо. На пьедестале помогаем, ёбаный, работаем, совы нахуй. Еще крестик на пьедестале. Смотрите, если в центре будет, подстрахуйте нас там, если в центре новая появится кинетика. Строже там злобный или кто там, не улети, ровист. У нас связи там не спиздите, сука, эти. Готовьте на него зубы, там всю хуйню. Не спиздите с него эти шары. И агро набирай на связи. Сейчас босс закрылся. Все, иди на нем агро набирай. Босс сейчас по 100 тысяч не бьет. Ага. Вихрь. Дай сакру. Ну ёбаный в рот, вы что, сука? Блять, я хуею с вас, нахуй.
Кинетика на лестнице. Упадет. Хуёво. Злобный ресы Керуса. Синтек ресы Авиланию. Шектор. У меня КД еще 2 минуты. У кого нет КД? У меня только. Не стреснул. Когда мы герой будем сдавать? Не знаю. Кинетика. Ну ёбаный урод. Равис, бегаем, мы больше можем стаков копить. Чё ты ушёл? А вы все шары у меня забираете. Не забирайте шары, его убьет, мы вайпанемся сразу. Бей шары с кипанием крови. Воронка там у вас. Прожимай панцирь там, а то убьет тебя сейчас. Все, идите и других бейте. ДПСа нет по боссу вообще. Те, кто встали, вы им баф давали хоть? Доберсы 5 минут, 48% притык идем. Даю масс сакру. Рейндж, Авелания и Керус, братки, сука, рейндж нахуй. Сезжу за хильте, не двигайся. Это понятно. У нас Гера еще есть. Сейчас я его резну. Давайте, сейчас. Вставай, фулл баф по нему. Давайте Геру. Лестница. Шектор массакру, дай. Я там поставлю дайте гимн. Чё за замедление? А, это огонь это, блин. Келеси там осторожно, ядра отводи от босса. Бьем нахуй. Если его не бить, нахуй мы в берсу упремся, нахуй и сдохнем. Кинетики особенно нельзя ронять. По полмесяца. 3 секунды другой босс. Убегайте уже оттуда. Все, на шары забивай, просто агро набирай. Звездопады даем, босса дамажим. Когда звездопад, босса дамажим. Шары поднимаются звездопадом сами. 4 секунды. По боссу даем. Вихрь. Даю сакру. Так, кинетика, помогите, луна. Ёбаный в рот, блять. Сука, залупа лагающая, нахуй.
Босса бьем. Две кинетики, помогите. Вихрь милики там. Все, побольше по боссу, там на килисете уже добьем. Пойдем Вальку сейчас захилим. Не идите на трэш. На Вальку. Уж плащ выпадет. Очко засуньте себе эту хуйню бумажную, блять. Так, блять. Сумка 3 спека, блять. Сколько еще меня? Танки есть там, если что, можно бить. Сколько не было, да? Есть, лежит. Сегодня прям хороший день. Так, я ушел не сквозь. Забрал? Да.